Бенза нет. Ты напекаешься. Все, пацаны, пиво. Всем спасибо за денежку. Ну, а кто? Слышишь, так ты сам меня тиранил. А что это произошло? Как меня так... Ай-яй. Блин. Скулина. Перевернись, пожалуйста. Я тут, блядь. Блин, я на таком одном говне. Короче, я точно проиграл. Юрец, кстати, видно, как ты меня подтранивал, но, блин, как-то у меня получилось тебя затаранить. Я не знаю, у меня такая пиздюлина сзади была, как будто вы меня гранатометом ебанули. В смысле? Ну, меня так унесло в сторону, что как будто меня автобус сбил. Скулина. Что-то этот буллет не едет нифига. Там скулина. Спешит. Это, спешит, короче, как Чипидейл на помощь. А я? Ты реально, перевернись, пожалуйста. Я? Реально. Ты. Удовольствие я тебе доставлю. Ты можешь меня просить об этом сколько хочешь. Можешь там сзади ехать и смотреть, как у меня пылит под колес. Тебе прямо... Ну, я тебе скажу, что еду я довольно близко к тебе. Я знаю, что ты едешь довольно близко. Даже уже... Даже уже обогнал. Да, реально обогнал. Интересный. Что это за трасса? Я тут вообще сейчас разобьюсь. Я реально на этой трассе первый раз и вообще не понимаю, куда ехать. Я не знаю вообще, что со мной происходит, потому что у меня тачка уже почти горит. Я просто не пойму, чем мне надо тормозить, чем, блядь, не надо. Я тут перевернусь сейчас, че не перевернусь. Я вообще не вижу, что тут происходит. Меня со стороны в сторону мотыляет, короче. Ну, погорю, бля, я утопился.